непонятно, почему команда не могла собраться и быстро ответить. У меня не было командной игры, даже очень много промахивалось. Ну, бороться, да, мяч-мяч уходить, там, выиграть в 1-2 мяча. Даже проиграть в 1-2 мяча, ну как бы, ну, так очень много мячей проиграли. Игра совсем не получилась. Я думаю, что мы очень много совершили ошибок как в защите, так и в нападении. Я думаю, что результативность у нас ужасная. Но сейчас, я думаю, что нужно собраться, сделать выводы и готовиться. Впереди у нас Лига чемпионов.